ебаный в рот, так и заменить, типа, неким, да, получается? Ну, это вот Джиро, если что, возьмем. Вроде, говорит, нормальный парень. Ну, типа, надо брать, если он пойдет. Что, ну, что, 24 человека, что ли, эти? Там Лок подписывался на сегодня. Шамик. Он сейчас здесь отписывал, там серф лежит, не лежит, Мошом. Можно написать, Мошом зайдет. Ну, напиши. Женек, принимай сувон. А где, кстати, этот, блядь? Сейчас Шамик зайдет. Подожди, а где этот? Мораль. Есть связь с ним? Нет. Телепатическое. Как он, блядь, он этот в Дискорде подписан? Я переписывался с ним или нет, блядь? Так, мне за ШП, да? Да. Блядь, у нас типа анхолика нету, это хуёво. Ну, уже никак есть вроде как, или уже нет? Напиши ему, может он увидит, блядь, Егор. Напиши, бля, и, блядь, быстро, нахуй, голова старая, блядь. Шарик, ебать, в танке хуярится, Спасибо. А то, что КД принял, вчерашняя ЕП будет прибавляться, нет? Будет. Да, за принятие КД в ЕП. Те, кто не были с нами вчера, я кого здесь вижу, это Войд, Келени и вот этот Шамик, правильно? Никого не пропустил? Да. Док пишет. Еще Дог. Да, на Дога похуй, в принципе. Ну да, ему похуй, не играть нихуя, голова ебаная, бля. Так, кушайте рыбу. Сумоньте там кого надо. Начинаем вечериночку. Да, так, это печально, что я сами, конечно, блядь. Потому что, блядь, я явно ДПС не самый последний даю, блядь. Сейчас хочу схилить. Слышите, кто может на хит камень взял желтым? А Егор. Я могу. Егора, давай, работай. А кому нужна меткость? У нас два шамана, это, два дрыне есть, можем закинуть. Не, да мне, я просто сегодня с камнем один ушибся. 0.10% не докапал. Спасибо, Егор. Че, давайте чек тут на готовность, на всю хуйню. А, я вообще... Дайте мне хоть ассиста, что ли? Ты, блядь, никто, Саня, вообще. На. Ну. Давайте, кто там по бафам шабафает? Каски, кулаки. Прота у нас нет. С аурами разберитесь, паладины. Коня уберите, поставьте там от огня, блядь, всю хуйню, чтобы все красиво было. Защитка, блядь, третья.
сейчас сделаем. Так, этого сюда. Женька туда. Этого сюда. Нам сметанку, блять. И артстайла сюда. Этих сюда. Ну, эти фласочки пропили там всю хуйню. Огурцы взяли все себе. Давайте чек на готовность, сейчас пулять уже будем. Так, столовка все так же, помнит, столовка, да? На боссе. Да? Мы сейчас сделали билд красивый, он должен жить. Ну все, пуляй, пуляй. Смотрите внимательно под ноги. Давайте, ребят, с первого трая. Этого дурака, блять, убили побыстрее. Мины раскинул, смотрим под ноги. Ушли, ушли, ушли. Черепа ни одной мины вообще. А нет, сейчас есть. Новые, новые раскинули. Смотрите внимательно, куда будете бежать. Ушли, ушли, ушли с подбосса. Новый раскинул, смотрите, в сторону квадрата можно бежать, там нету ничего. Ушли, 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 ушли. РДД добивайте. Так, у нас есть три лока. Дайте ССы. Один по суфу, один по нечаянно, один по столовке. Блять. Кирюх, кинь на себя меточку. Да я на срезу дам. Это что, мне серьезно придется, да, играть? Ну да. Надень трусы, соберись. Спасибо. Нет, это думал, чего мне не хватает. Готовимся, сейчас надо будет бежать скоро. Минус Телдрин. За спину, за спину, за спину, быстрей. Печенку. Даша, что не получилось? Жива. Каким-то образом. Она нет, ванной. Не жива. Она ванна. Ну эти короткие ножки стоят нам вайпа. Не разыгрались еще? Да со вчерашнего дня пора уже. Даю гейм. Я тотем не могу еще поставить, потому что на фикасте стоит. Сейчас, подождите. Добиваем. Прям дамажа жестко.
У нас минус 2 приста. И Телдрина нет. Давайте БР обоим пристам, быстро. Суф поднимаю Винессу, нечаянно поднимаю ДЦ. А, это же, сука, два хила. Не-не-не, надо обоих, да, правильно. А все правильно, двоих. Забафали сразу каска, пристабаф, лапа, вся хуйня, быстро. Давайте, ребята, внимательно. Сейчас на следующем трае, если не убьем, блядь. Женек, морали нету, ты старший будешь за оковы по бумботам. Только не спать. Войт, уйди туда, сейчас бомба упадет прям под тебя. Ждем большого, бомба, да, лаковый, Женек. Большой играем. Милики большого. Срез, бери ты магнит, потом я возьму. Бомба вышла, Женек. Я взял твой следующий магнит, потом сразу два дадим. Бомбу-то отойдите, блядь. Ну, бомбу убивайте, речь, РДД. У него там не так много хп. Большого играем, милики. Бомба. На ШП бомба. Ну, а Женя, оковы, сзади тебя, блядь, справа, ёбаный рот, блядь. Женя, не спать, ты, блядь, критично. Бери магнит, срез. Срез кидает магнит, бомба, блядь, ушли, бомб. Ладно, выжил, хорошо, выиграем по голове. Я вар. Все, вышли оттуда, вас подниму, кливаем трэш. Бомба выйдет, Женя, не спи, блядь. Все, по трэшу заехали все. Милики, играем вниз. РДД, все играют голову, кроме локов. Локи хуярьте посередине. Гера пошла. Мины раскидали, смотрите внимательно, когда будете забегать. Вышел. За спину, за спину, за спину, за спину, быстрей. Ну, блядь, ну вы что, прикалываетесь нахуй? Просто минус 3 хила нахуй. Смотрите внимательно за минами, блядь, ебать, пиздец. Вышли с этой хуйни, вышел, Миша! Ставь его на середину. Прожимайся, столовка. Подхиливай рейд тоже. РДД, давайте в тело. РДДшники, все играем посередине, милики ебашим вниз. Локи тоже по низу, помогите. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Ты чуть не вкурил. Это как так? Это, блядь, что-то должно было быть шоковое, но была другая хуйня. Похуй, ебашьте по низу. Все, хуярьте низ. Ебашьте низ, оно будет груди накливаться. Все вниз. 15% у низа. Надо низ пробить сейчас жестко, блядь. Вышли оттуда, ва. Че, блядь, рофлит, что ли? Ебать, сука, мрази ебаные, сука. Сейчас бы убили 100%, до обстрела хуй знает сколько времени. Блять, два ляма набить, сука.
Что это за хуйня была, блядь, с шоковым, а потом вот этот обстрел, нахуй? Я от него убегаю, блядь, и... Да ничего страшного, от этой хуйни никто не умер, блядь. Да наоборот, на руку, когда оно кастует шоковым. Я подбежал, я вообще не понял, от чего я умер в итоге, нахуй. Хрень, блядь, какая-то. Такой кринж, конечно, я не могу. Пиздец, блядь, два ляма ебаные. Босс сам разобраться не может, что за говно происходит. Это вообще бред какой-то. Я говорю, я подбежал, по мне ничем не било практически. По мне как давай лупить, чем непонятно, нахуй. Исправления собираются, приносим свои извинения. Да они эту хуйню еще час назад писали, блядь. Пидорасты, блядь. Сука. Ну вот сейчас бы побили 100%. Да, читарик осталось. Там просто хуярили все вниз, блядь, и все. Ну там грудина б заклевалась, а поверху там просто доты можно было кинуть, и все. Чистые пидорасты, блядь. Что-то походу такое ощущение, что порейдим сегодня, нахуй. Даша, повнимательнее, пожалуйста, ты просто по КД дохнешь тут. Я говорил о том, что босс крутится по часовой стрелке. Надо сориентироваться, блядь, просто в какую сторону он смотрит, соответственно, в ту сторону съебываться. Я пойду, короче, в туалет пока отойду. Кто там мне пишет? Раз, заходят. Че, блядь, нахуй, походу, надо будет репати делать. А, не, нормально. А Аркадий, что-то все из-за тебя, потому что ты вылетел, блядь, нахуй, блядь, и все, и не хотел ДПС добить его, блядь. Это был разогровочный трай, да? Получается. Ну, блядь. Это так, тренировка его с первого трая, да. Не, мы побили 100%. Блядь, даже их бабки не ходит. Три хила живые, блядь. И надо выбить всего, блядь, два ляма вонючие. Сейчас БРчики на КД, наверное. Там даже если они на КД, то там осталось чуть-чуть. Две минуты. Ну. Так, ССы точно так же дадим. Один по Ваську. Ну, один по нечаянно, один по столовке. Там, если что, будем поднимать уже, там, если кому-то надо. Алисочка, тоже повнимательнее, пожалуйста. Не дохните просто, как бомжи. На рибах сбегайтесь, там рыбу ставят. Рыбу ставят, Егор, подходите сюда, рыбу есть. Опять, блядь? Ебать, ну, сука, блядь, хуйня. Нормально, порейдили, Санек. Да, красиво, да? Пипец, конечно.
сейчас, блядь, анонс такой, нахуй. По многочисленным просьбам прилетайте, Долоран, вас там тут 26 друзья. Сирус, нахуй, блядь, вся хуйня, ебать. Брели, вся хуйня. Ну да, да. Можете дискорд Сируса скинуть, пожалуйста? Ну это, блядь, по-любому рыло сервер ложит, нахуй. Установка связи. Там меня запустило. Чекай, общий чат. Да, я вижу, спасибо большое. Что там? Вот? Ну, кому надо, за новостями следите, там все пишут. Здесь. Да, у меня было, я просто когда с Сируса уходил, я его удалил нахуй. Чётенько, нахуй. Классно рыбу поели, да? Аккуратно, тут мимирон живой и всеми возле мимирона. А он не пулится. Пока не ударишь. Ну? Чё, запускает? Кого, блядь? Страшно ну, сказать, что... Мы зашли пока, заходите. Блять, как эта хуйня заебала в натуре, блять. Вечно с сервером проблемы, нахуй. Вечно, сука. Монеты давайте за откаты, нахуй. По губам, блядь. Дадут они нах. Опять? Все, до свидос. Сука, я ебал, пацаны, блядь. Слово нахуй это надо все. Че ты, блядь? За РТ, нахуй, где час только одни ребуты происходят. Самое интересное, пулить страшно, понимаешь? Просто сейчас запулишь и пипец опять выкинет. По-моему, надо минут 10 хотя бы не позаходить. Да, ну мы сейчас сколько, нахуй, не заходили, блядь? Чё толку, нахуй? Ну, да, хотя давайте бы не... там перерывчик минут 15 сделаем. Хулипонту сейчас туда лутаться. Хотя бы не каждые 2 минуты голову сувать. Да, туда я буду магаз нахуй пока сгоняю. Иди, конечно. Давайте реально минут 15. Все можете отойти сейчас там своим делом позаниматься. Или ждать сидеть. Я ебал нахуй. Пусть они ИК уже открывают в пизду нахуй этот тварь. Уго на БК. Нахуй. Бля, что там пишут? Пить нахуй. А Т9 вместе с ИКом вводят или нет? А, да, пока без там хосты-то у меня мало. Я там 500 с копейками. Ты можешь ставить, нет смысла пока. Ну да, я вот и яйцо. Ну тогда и триньку это, да, действительно стоит поменять. Может что-то поставить, сейчас покажу. Не очень? Какая? Нет, талисман пойду смотреть. А, наверное, да, во. Так она лучше, ты чё, да, она тоже дотку кидает слабенькую. Ну и что, а такая яйцо вообще тебе не холодно, не тепло? Да, то от того-то вообще не холодно, не жарко, блядь. Тут и СПД побольше, да. И прокать. Или вот эту одеваю, или та, которая с критом и прокает на СПД. Класс, что ли? Да. Она вообще, мне кажется, будет поинтереснее, даже вот этой хуйни.
Там СПД больше, еще и крит. Хотя да, там СПД побольше. Че там, Женек Арчи нечаянно. Ну так, класс колокольчик? Наверное, да. Ну типа так, СПД максимальное количество. Еще и крит на халяву лутаешь. Мы в десятку пойдем в понедельник? Надо да. Обязательно эту херню выбить с рукастого этого. Искру. Будем надеяться. Я задолбался уже ходить. Женек Арчи нечаянно, заходите, вас ждем. Жрёв зашёл, да, Арчи. Хорошие нахилов, они там с последних боссов все падают. С ластов. Ты хочешь с этого, который с духом? Ну, с духом и там еще который ману регенит. Она, по-моему, с йога. Сейчас посмотрю. У нас с этого, с Торема. А Лисичке нужно колокол, блядь. Типа вот эту хрень. Ну, видишь, да? Так, доказательство веры. Получается СПД и ману 241 в 5 секунд. Это с йога 25. Это стейкись, конечно. Волшебнику надо снаг сотрению, пушку надо поменять. Вообще 200-я пушка, 200-я фонд волшебника. Шапка без метасекета. Пропала. О, надо волшебника еще одеть. Что еще? Есть связь там с Арчи с нечаянным? Во, искра надежды. Вот это вот. А, ну, тут, блядь, так загнул. Она не падает, нихуя. Дух, расход маны, шанс это получается. Бис, это бис. Да. Там шанс, короче. И на Хаприста, по-моему. А, еще она какая-то, знаешь, какая Трини вообще охуенная, сейчас покажу. С Алголона падает. Арчи ласт. Просто Арчи ласт. Можно погулять. Короче, в Атлас Луте 17% написано шанс. Пипец. Написано, что воин-охотник-шаман вообще редко будет падать. Это нихуя, не написано там такого. У него процент меньше, блядь, чем у всех других токенов. Метеорит, вон, видите? Ну да, вот воспоминание Сиф, это как с йога, только послабее чуть-чуть. С йога такая же, только больше реген маны. А прикинь, и эту поставить с йога. Это сколько реген мана будет, нихера себе. С одной и со второй. Егор, ставь рыбу. Давайте быстро все подходим сюда. Едим рыбу. Давайте мазбафы, съешьте рыбу. Проверяйте там фласки, хуяски. Огурцы возьмите, если видите, что пиздец, подхавайте. А посередине я не давай. На темпе. Так, по ССам. Я суфу. Макс суфу, Шамик по нечаянно, Асмодей по столовке. БР откатились у нас хоть? Да. Конечно, давно еще. Давай, Саня, чекай. На готовность. Не метку кинь. Ориентируйтесь по печеньке, когда я говорю за спину. И на втором боссе, и на последней фазе. Еще раз чекай. Далеко сильно не стойте. Надо ставить в РДД зоне, но так, чтобы вы смогли за 4 секунды добежать до босса. Пуляй, столов. Под ноги смотрим внимательно. Вышли. Ты чё, Макс, лежит? Что там у тебя такое, Максим?
Я камеру поднял вверх, а он в 3 мили меня отнял, а их вообще в упор не видел. Они взорвались. А что ты в мили-зоне делал? Я не в мили-зоне. Мины смотрите. Беги, малышка, беги! Женек, ну блядь, что за хуйня, Женек? Женек, дай 5. Дай 5 минут. Да вас постоянно, то хуй короткий, то рубашка длинная, блядь. Какие-то нахуй отмазки, что-то не получается, блядь. Мины смотрите. Беги, малышка, вышли. Наверное, скоро будем начинать давать ГП, пацаны. И тот, кто будет вот так вот играть, как Женек и Максимка, блядь. У кого проблемы со зрением, будете ходить ОД лутать. Будем кормить его, да? Ну нахуй ты там стоял локом, вот объясни. Да я хуй знает, нахуй я стоял. Уж поднимите их. Чё, не надо их поднимать. Пока не надо. Сейчас просто хилы упадут, и лучше хилов, конечно, поднять, чем их. Бля, давайте они не упадут. Войт верит в наших хилов. Вот эту фазу бессмертия, если отыграем, Максим подавим. Одного. И один оставим бы. Не надо, она скажет. За спину, быстрее, нечаянно, надо впрыгать в кота и забегать нахуй. Вышли. Вышел Миша. За спину, быстрей. Антон, блядь, ну что за хуйня, блядь? Дайте БР по Максиму. А, нечаянно, давай ты. Порезайте пято свои. Дайте бафы. Бафы дали по локу. Охуеть, вы спите, блядь, или что, нахуй? Хилы, блядь. По два подряд по ней дал, я там только не успел кинуть даже. Ну а она что стоит, спит? Даша, ты задремала? Бомба. Женек. Женек мертвый, столовка с топой мобов. Писец. Ч
Я голову это танчу. Я уже там. Бомба. Отойдите оттуда, смелю. Еще бомба. Давай, сади срез. Бомбу залили быстро РДДшники. Кто взял магнит? Ебашим. Мобов кливаем все. РДД добивайте голову быстро. Давайте БР СУФ по кресту Венесса. Забафали сразу креста. Венесса и ДЦ, стойте в мелизоне. Если вы не умеете бегать, стойте в мелизоне. Встаньте в печеньку, блядь, и все. Инра без КД, смотрите по манию. Арчи, тебе не надо в мелизоне стоять. Геру дали. Вышли. Мины, смотрите внимательно. За спину. Быстрее. Блять, ну как вы заебали нахуй? Самин, аккуратно. Нечаянно, вставай, на тебе СС должен быть. Забафали друида. Понятно, блядь. Ракета. Вышел, Саш. РДД, бейте, грудак. Вышли. РДД, бейте, грудак. Столовка, прожмись там. Мины, смотрите, аккуратно. РДД, бейте, грудак. Вышли. Низ, помогите, низ дохуя разрыв. Бейте низ. Локи, дотайте голову, там ШП. Вышли. За спину. Лазерно, идите за спину. Сами помнят. Играйте низ все. Ракеты. Равномерно. РДД, играйте голову. Прилетела хуйня какая-то. Теперь РДД в голову, быстро. Тело 500. Низ 200. Шоковый. Убежали, их тело дайте. Да ладно. На пол карты убежал. Добивайте. Тело. 40 конец, 20. Все. Еле-еле, блядь. Соскринтил. Что там еле-еле, блядь, то что тупят нахуй, я не понимаю. Да, скриньте. Хуйню всю, блядь, а то мало. Лут скриньте реально. Заскринили, блядь. Спасибо за кастет, нахуй. Пошел нахуй, пидор, блядь. К Ториму идите. Че, Саня, отказываться? Конечно отказываться. Резайте, главное, меня. Так, блядь, не туда бежим, нахуй. Лестница там, блядь. А видели, что с Шоковым происходит? Он, нахуй, сбивается и кастует этот пулемет. Ну, странная хуйня какая-то. Ну и похуй. Неадекватная хуйня. Ну, с одной стороны, хорошо, что его нету, потому что две эти способности одновременно, это вообще очко, блядь. Ну, они вообще две должны, это может быть, должно быть, типа, одновременно.
Блять, что там, все у меня? Да, все у меня. Так что там, куда ТП? Оранжерея жизни. Давайте быстренько вернем, пока бежим. Кому надо. Васёк, тебе надо? Да там с этого и получается кусок у него тоже с ПД падает. Мне с этого нужно. Ну, с этого и с юга, если что, блядь. Кому? Все. Ну и руки вот эти. Десятка руки я анролю на себе. А чё, ролл? Типа роллки, да? Не, ну нет, конечно. Нет, эти плечей толку ноль вообще. Сереса, у тебя чё вообще по Т8? Подожди, сейчас, секунду. Это мне на танка надо. Типа, вторые, это вторые. Я на фуру сделал руки. Ну, молодец, а у тебя сколько кусков? Ну, это у меня третий будет. И у него третий. Ну, давай по приору тогда. Чё, поехали, трэш, чё стоим, трэш го. Да-да-да, вы чистите, сейчас я разберусь, кому дать. Выдёргивайте одного вот этого, чистим и убиваем его. А чё вы смекалки руки не отдали, у него бы 4 куска было. У него руки 39-е. Нахуй ему 39-й сет даст? Ну, блядь, ты спроси у него, чё ты нам эти вопросы задаёшь? Нет, это он не ролит просто, я понял, всё, окей. Ну, срез выше по привору. Срезу тогда, да. Спасибо. Так, на оф. Нечаянно, и хочешь, бери. А как он, видишь, он на оф, на танка. Вася, я бы на твоем месте плечи взял бы. У тебя 2 куска, да, уже есть? Ну да. Штаны. Типа, вы смотрите, я нечаянно могу отдать. И грудак. Ну ладно, думайте сам. Пусть, если надо, нечаянно пусть берем. Я ему за половину отдам. Да не. Лучше йога все-таки. Убить когда-нибудь его забрать. Что-то не помню, этого штреша не было вроде раньше, блин. Был. Ну, это я, значит, втыкаю нахуй. Давайте в срез нечаянно, мне обмен, я тут на лестнице чуть сзади стою. Так, сейчас надо ж этот пати раскидать, да? Так, Макс. Егор сюда, пока войдет сюда. Так, у вас туда кто ходили? 2 ханта, да? Потом один. Да не, можно одного, одного себе забрать. Ну, типа, сколько мы туда людей вообще ходили? Начнем с этого. По-моему, 7 человек с одним хилом. 7. Да, Владимир. Да, Миша. Ну да, Владимир по-любому идет. Я был там, чтобы диспейлить эту хуйню. Макс точно был. Плюс такие колкасты. Так, ну, да, давай, да, тогда вот так, смотри, туда, так, так сделаем. Безвредный, какой молодец, Владимир, смекалка, стресс, Абу-Даби и нечаянно идут туда. Нормально? Да. Нам Рога туда не нужен? Нет? А, Рога, нет. А нас один Рога, ну, ну я здесь, блядь, потому что, блядь, я здесь это, там шипнете его, если что, или фернете. Да мы его расхаем по-другому. Я ему холку сюда. А ловушка на него не действует? Или это? Не знаю. Надо подсмотреть. А я ему просто каз бить, типа. Должна ловушка работать. Тогда просто получается, мы первых убиваем за углом, потом... Тут спина упала. Спина упала, 226-я. Да, хорошо, хорошо. А с темпы 5.
А вот это, кстати, сеть. Пацаны, одну минуту, потому пожалуйста, что... позвонить прям срочно надо. Потому что плаща нет, СПД, короче, дух и СПД вообще прям нет такого. Бери себе, если надо. Слышали? Отошел буквально 1-2 минуты. Давай, давай. Это аналог. Я же, короче, посмотрел по луту, вообще нет плаща. Вот как у меня, такого же нет. Ладомир, ну, суфу по привару как бы. Чё? Не, Ладомир, но... Ты можешь уступить. А у тебя что за меш? Это... Плащ чек? СМП-5, лучше палу будет. 13. Не, ну... Да я тебе отдал, все, 8. Да можешь... Не, ну, говорю, это вот нет плаща просто. Это да у вас, наверное, одинаковые там плюс-минус плащи, да. Нет? С духом, ну нет, вот я прям весь лут обсмотрел. Был бы, я бы сказал, вот я вот это возьму. Нет. Давайте ребакчик быстро. С духом есть плащ с крытом, Васек. Без хоста. Ну вот, возможен с хостой. Такой же. Есть два плаща с духом, с крытом, с хостой, блядь. С крытом мне не канает. СПД априори. Для... КДшки уменьшение, ну, в смысле, ГКД, ну, вы поняли. Я не понял, объясни. Бля, ну, я ну тупо не объясню. Поеду раскидывать быстрее, ГКДшка меньше, ты берешь... Все. Повтори, пожалуйста. Все, тихо. Так, ешьте рыбу, кто умирал. Так, кто, короче, идет налево с нами в комнату туда? Первая пати и Абу-Даби нечаянно. Срез. Смотри, что мы делаем. Первых за угол пуляем, за углом их щелкаем. Я могу внутрь заходить, и меня не срежет. Не-не-не, мы так, короче, Саня просто кикнет кастеру каст, он уже забежит к нам, мы быстро убьем, чтобы не ебать нужнее. Ладно, хотите. И побежим дальше. Я сам как... могу, кстати, кикнуть каст, если надо. Ну, там, по сути, ну, кто не, может... Не-не-не, лучше ты стой за углом, сразу двоих танчишь, тот да. Приходит, мы всех их убиваем спокойно. Там ну, на него, если кинет бросок, он ему касс собьет, если что, кстати, блядь. Ну, я там тут. На рендже. Этих первых заливаем, бежим дальше, получается, бежим плюс-минус кучно, уворачиваемся от его этих, ну, волн. Я подбегаю, короче, ты берешь следующих, я бегу, сбиваю ему касс с кайлом. Все, ты должен как можно быстрее дойти и забрать этого шомба на себя. Но самое важное, блядь, вы должны зайти именно туда, вот, в ту комнату. То есть вы не должны там на краю стоять. Если будете на краю, он у вас чаржится, ну, он заведется, комната, лестница, это вайп. То есть за этим нужно следить. То есть вы прям туда, вглубь забегаете, куда-то там на левую, на правую стенку упираетесь, и там стоите до конца. Иначе все. Так, у нас все по-прежнему здесь. Пробудителей хуярим в первую очередь, блядь. Тех, что надо брать в контроль, Леша, ты знаешь. Как он там называется еще раз? Контроль? Мы в этот раз хотим взять, блядь, минимум троих, нахуй. И разъебать его, нахуй, за 2 секунды. Дайте у нас саппорт. Есть для этого агонист, у нас есть для этого Келени, у нас есть для этого Алёшка. Скажите, как мобы называются, пожалуйста? Завоеватель. И саппорт, ой, дайте, пожалуйста. А сейчас дам, господи, успокойся. Кому нужен саппорт? Вот отойдите вниз, рога внизу стоит, дам саппорт. Ребята, вот которые здесь останутся, вот... Получается маг, ШП, которые без, ну, без моба еще будут на тот момент. Вам обязательно надо диспелить этих ебаных, как они их называют. Так, пацаны, кто берет в контроль, я первого беру завоевателя. Там просто надо я обязательно диспелить. Диспелить у вас просто Арчи может, по сути дела, уверенно, маг. А их бывает выходит по 3, а бывает и по 4. Их надо всех продиспеливать и убивать как-то... Ну, метку ставить и убивать их поочередно. Ставить метку? Я буду ставить крест. Будем по кресту ориентироваться и бить. Кому еще нужны саппроты? Дайте обмен на рогу. Эх, за какой-то урон будет. Арчи, обязательно это тема от сил природы. Когда будут тебе говорить, там, допустим, уйди с черепа, все, ты перебегаешь, желательно по диагонали перебежать в квадрат. Ну, там. Стоят метки, видишь? Крест. Череп, квадрат, крест, луна. И будем говорить, уйти откуда-то. То есть, если летит с молнии, с черепа, значит, я говорю, уйти, ушли с черепа и отходите либо в крест, либо в квадрат.
уходить, да, надо. То есть в другую метку, не там два шага сделать, а прямо уйти в другую сторону. АУЕ большое. Давайте, чек на готовность последняя, будем пулять. Че сидеть? В комнату, да, Валя? Да? Выражение убежать до Лоранта, все готовы, пулять. Актуально. Заходите в комнату, все зайдите. Кто идет в комнату, я озвучил. Первая пати Абу-Даби нечаянно, 7 человек. Все остальные тут. Присты, которые будут брать в мейн контроль. Вы стоите в середине круга, вот это вот, видите, где рога? Вот стоите здесь и берете МК моба. Это моба надо будет держать в мейн контроле до конца, пока мы не убьем босса. Когда будет третья фаза, точнее вторая фаза, когда он спустится, вот сюда отходите, присты, где-нибудь в эту сторону. И здесь обновляете мейн контроль на моба. Первого моба в МК берет литературе, второго моба берет агонист, второго, третьего келени. Я буду говорить, кто кого бьет. Так, внимательно сейчас. Пробудителей бьем, косты им сбивать обязательно. Диспел с них всю хуй. А что там это стоит обидеть? Сначала прислужника надо убивать. Так, стойте, 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 не выбегайте, стойте, стойте. Сейчас это пролетит ломана, а потом выбегайте. А бежим, бежим. Лёша, бери. Да? Бежим за срез, ну срез давай, потихоньку беги вперед. Вы вперед среза не беги. Готово, готово. Давай, так, давай. Все, первый моб в МК есть, следующего берет агонист. Все, срез, забегай. На другую сторону перебежали. Не, я сбил каст. Я сбил каст. Просто все, заходим, значит, в комнату. Меня только не бейте. Среза, хильте, там не пробить. Убиваем этих пидорасов. Зайдите в комнату, сказал. Глубоко зайдите, глубоко. Под босса их отъебал, отойдите. Прислужника надо убить. Можете на рыжей его убить. И все, просто отъебал, отойдите. Сейчас следующий закрою. Он по пол хп кастует. Чайно. Этого забери. Так, играйте в этого, а я поиграю по бубам. Пробудителя играем, пробудителя. Надо ускоряться. Ушли, так, ушли, ушли, слоны, ушли, слоны. Я их залил, по-моему. Завоеватель вышел, бери его, агонист. Беру, беру, ага. Еще один. Али, это вышел? Да-да-да, это мой, я его отвел просто. Мы им что, деремся? Нет, что хотите делать? Ладно, не проеби его, блядь. Еще завоеватель вышел, бери третьего, а этот, Келени. Там смотри, когда все, по нему много все, урона все, проходит. Все. Так, забегаем в комнату, прислужника. Только прислужника убиваем, этих железных не трогаем. Ебать, у меня скорость, сука. Красиво, нахуй. Так, второго я... Все, этого убиваем. Газ тоже надо убить. Три второго. Блять, а он не... Нет, а кливы. Эти три железные. Это мы держим в МК до момента появления босса? До конца смерти босса. Весь бой держишь его. Все, побежали. Наверх, 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 наверх. Какой молодец сдох? Блин. Бер не трать, похоже. Просто забегаем в... И вот когда третья дверь... фаза под босс. Тихо, помолчи, подожди. В дверь сюда забегайте. В дверь. Вы их держите весь бой. Угу. Ушли с черепа, ушли, ушли, ушли. Вернее,
блядь. Так, Вася, ты реагиваешь, тут, да? Реагиваешь, Макс. Я скину. Да. На пол. Понял, ага. Буду отводить. Так, это у вас там долго еще, блядь? 40%. Вася, сейчас поднимай там, Егора. Кун 2. Сейчас, короче, убиваем моба большого, все, бежим по правой стенке, там облизываем ее. Бафы дали по Егору, по Телдрину. Не заливайте, это наш. Не убивайте завоевателя. Пробудители, хуяри. Мы выходим. Каст почти 3 секунды. Ушли, ушли, видите, молния, хуярит, ушли отсюда с креста. Настя, выпьем. Блять, у меня перса херачит. Рассосались по комнате, рейнджу набрали максимальную, Геру дали. Завоевателя не бейте, это наши, блять, обновляйте МК по ним, быстрее. Тут пробудителя, помогите добить. Свич пробудителя. Блять, пиздец. Ну МК обновите, ёбаный рот, блять! Я все обновил. Остальные что там, нахуй? Мой тоже в МК. Убивайте нахуй этих мобов. Ренджу набрали РДД. У вас 3 бафа, все, 3 моба у вас есть. Череп. Обновляй. Меня с ваншотило молния. Милики, станьте под левую ногу и под правую. Между собой рейндж хоть какой-нибудь наберите. Столовку хилим. Маны слов хуёвая. Рисайте столовку нечаянно. Бафы по нему дали сразу. По столовке. Этими мобами, которые в МК держите, можете тоже обоз пинать. Нечаянно, да, у тебя иннер когда откдешится, варчи кидай его. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, дохуя людей мертвых, блядь, ДПС вообще нахуй нет. А че вы там в комнате поздыхали? Не в комнате, мы когда к вам спрыгнули, по мобы поедали, пошел. А че вы их не убиваете? Ваши мобы, ваши, которые у вас в комнате. Наши мобы там, мы их скипнули. Так у вас, ну, там два человека же сдохло. Какой молодец. Какой молодец, хуй знает где лежит, я его по карте вижу. Саша кому? Тоже там. Мобы, это его мобы убили у нас в комнате? О. Не-не-не, я, когда мы выбегали уже к вам, меня там шотнули мобы. Вот я тут тоже валяюсь. Сейчас 13 стак, минус все нахуй. Для ДПСа нет, все, можно ложиться. Да, ложитесь, не ебите мозги, давайте еще куда-то. Давайте разворачивайся, стоп, умирай, спин. А что ты, Арчи, не говоришь, что маны у вас с Уфом мало? У Лодомира пустая мана. Так. Если бы зачитали гимн. Какой молодец.
Вот тебе персональное, бля, замечание. Я же сказал, под ебалом большого моба в комнате не стоять. Ну, что непонятно, вот в моих словах. Вроде все понятно. Так он сделал в меня рывок, я упал, я вставал хуй знает сколько. И он вчарлся меня скиллом. Нет, так, он... мне 5 минут надо. У меня и агры даже не было, я его скидывал. Он в тебя чарнулся?